Отлов безнадзорных собак организовала городская администрация на улице Нейбута во Владивостоке. Уже второй год в столице Приморья работает программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В 2022 году отловлено 1138 собак. В этом пока 400. Животных без чипов обычно держат в приюте 21 день, проверяют, вакцинируют и обязательно наблюдают, агрессивно ли животное. Бергованные собачки находятся на приюте в течение 15 дней. И за это время наблюдение за собачками делается акт о мотивированной или немотивированной агрессии. Если собака не проявляет немотивированной агрессии, она выпускается через 2 недели в также прежние места обитания. Если собака все-таки проявляет агрессию, то ее оставят в приюте на постоянное место жительства. Сейчас там 36 собак из Владивостока. Видим позитивные изменения. Так, если в феврале прошлого года количество жалоб на агрессивных безнадзорных собак составляло до 10 в день, то сейчас количество таких жалоб сократилось до 2-3 в неделю, а иногда бывают периоды, когда мы, в принципе, не получаем таких жалоб. Система работает так. Жители отправляют заявку в администрацию. Специалисты выезжают на место и общаются с заявителями. Отлавливают животных с помощью нетравматичной клетки-ловушки. Туда кладут специальные лакомства. С прошлого года в столице Приморья работает программа «Животные города В».